Сегодня мы отправляемся на Булыч Ферри. Есть пешеходный туннель. Сейчас будет самое страшное. Потому что стены торопят, как будто плитки отваливаются. Мы сейчас подробим. Скоро будет. Велосипед – самый быстрый транспорт в большом городе. На дороге назад увидели разбитую машину, решили ее снять. Как видите, она полностью выбрана. Только одно непонятно – куда делись стекла?
движок расплавился. Вот стекла, ты спрашивал про стекла, вот они разбитые все. Цепь, коробка, двигатель. Видимо, ее угнали и спалили, я думаю. Как догнали? Украли, спалили. Вот, вот. Ага.